Здравствуйте, это «Енисей». Новости в студии Марина Мышко. Главное к этому часу. Кузов просто разорвало. В Красноярске маршрутка с пассажирами уходила от столкновения и влетела в автобус. Пострадали 6 человек. Ехали под кирпич и пятились назад. Красноярские водители тестируют новую схему на шахтеров. К изменениям оказались готовы не все. На Таймыре бурана, в центральных районах долгожданное потепление. Когда планировать шашлыки и прогулки на свежем воздухе? 6 человек пострадали. В Красноярске на улице Крупской столкнулись 2 маршрутки. Кузов одной из них буквально разорвало. Таким сильным был удар. По записи с регистратора удалось найти и предполагаемого виновника аварии. С места ДТП репортаж Евгении Шелковниковой. Пазик после удара вспорола, как консервную банку. Куски железного корпуса болтаются, будто разорванная бумага. Осколки стекол и поручни разбросаны по дороге. Все это последствия столкновения с другим пассажирским автобусом. Маршрутки влетели друг в друга на улице Крупской в Октябрьском районе Красноярска. Позже там застряла еще одна. Просто не смогла объехать заблокированный участок. Удар пришелся на заднюю часть салона. Посмотрите, здесь буквально все в дребезге. Корпус из тонкого металла, полы и стенки из листов фанеры. Все разлетелось на куски. В это время в автобусе находилось порядка 15 человек. Травму получили 6 человек. Один в состоянии средней степени тяжести лежит в больнице. Водители обоих автобусов винят в аварии пенсионера на «Ладе Гранта», который выруливал на главную дорогу из своего двора. Вот запись с видеорегистратора 38-й маршрутки. На ней видно, как отечественный автомобиль выезжает на Крупскую с примыкающей улицы. Водитель «Пазика» попытался объехать препятствие, но тяжелую машину понесло по гололеду. Машину повело, автобус, то есть, повело. И я боком задел маршрут 43 и получился вот аварий. Один из автобусов выпал, и я видел это все прекрасно. И я побежал за ним. Вот который упал, я думаю, что он в шоке был. Он хотел убежать, я его поймал. Пассажиры 43-й маршрутки, которая в момент аварии ехала по своей полосе в сторону БСМП, не пострадали. Удар там пришелся на кабину водителя. Лобовое стекло замяло внутрь, но оно выдержало. Ехали свои дорогу. И на встречку на пазик увидел, оттуда черненькая машинка выскочил. Он тормознул, у него жопа поиграла и поударил меня за боком. Открыли, дверь тоже не открывали. Открыли кондуктор, аваринка. Высадил народ и открой меня. Вы вообще не пострадали? Нет. Предполагаемый виновник аварии, 72-летний пенсионер, хоть и не покинул место ДТП, но причастным себя к столкновению не считает. Я стал выезжать. Смотрю, автобус идет. Я здесь тормознул. Он тормозит и пошел. А вот сотрудники ГИБДД, которые работали на месте происшествия, убеждены, что именно его машина и стала помехой. Если бы он не ушел от столкновения, удар бы пришелся бы как раз в левую часть Гранты. И там неизвестно, какие были бы повреждения. Сейчас автоинспекторы ведут расследование, проверяют документы и состояние транспорта у всех участников аварии. Об итогах разбирательств дорожные полицейские обещают сообщить позднее. Евгения Шелковникова, Павел Потылицын, «Енисей». Новости. И по факту аварии. Краевой следком уже начал доследственную проверку. По предварительной версии, именно легковой автомобиль не предоставил автобусу преимущества. В результате одна маршрутка подрезала другую. Также предстоит выяснить, кто отвечал за безопасность пассажирских перевозок и насколько качественно предоставлялась эта услуга, после чего будет принято решение, возбуждать уголовное дело или нет. Новые знаки, светофоры и новый маршрут. На улице Шахтеров в Красноярске перекроили схему движения. Тысячи водителей с утра поехали по-новому. Теперь там можно только прямо и направо. Сергей Сеславин убедился, многие автомобилисты оказались просто не готовы к таким кардинальным изменениям. Подробности в его сюжете. Ну что, понедельник, 8 утра, за окном еще темно, едем по Шахтеров вверх. Движение абсолютно свободное, правда, на противоположной стороне трафик чуть поплотнее. Оно и понятно, у нас всегда так, утром едут в одну сторону, вечером в другую. Мы же попробуем посмотреть, есть ли уже какой-то реальный эффект от новой схемы. Все ждали коллапса при движении из центра в Северный, но он произошел со стороны Покровки. Там два участка на линейной Чернышевского сделали односторонними. Из-за этого в утренний час пик люди не могли выбраться из микрорайона. Это, конечно, ад. Покровка встала на всех прилегающих улицах. Часть линейной перекрыли. Ну, это трындец просто. Шахтеров еду уже, наверное, минут
35. Что попало, сделали. Было нормально, стало непонятно, что и что будет. Никакого. Вот парковку вот на этой улице сделали, и все теперь. Здесь забьют ее напрочь. Вот как раз сейчас ехала по Березина, очень долгий светофор. И прямо вот если через центр ехать, прямо не дождаться. Я езжу сюда очень редко, поэтому для меня это не проблема. А вот кто здесь постоянно возвращается и уезжает на работу, тогда сложно. В то же время на Спандаряной, примыкающей к ней улице Березина, желающие проехать ждут своей очереди на почти двухминутном светофоре. Большой затор собраться не успевает, поток с утра не очень плотный, но водители все равно недовольны. До этого участка даже короче. Вот здесь пока на этом светофоре длинный цикл, пока не могу сказать, что будет дальше. Если бы я жил наверху Шахтеров, было бы удобно. А я живу примерно в центре, тут на Линейной, ну приходится делать крюк. Кому-то удобно, может быть, кому-то нет. Мне кажется, не устраивает, потому что сейчас здесь пробки вообще в час пик большие будут. Им не стоило закрывать, наверное. Ну, не знаю, поездим, посмотрим. Практически на каждом перекрестке, где изменилось движение, дежурят полицейские, тормозят тех, кто пытается проскочить под знак. Но все равно находятся те, кто их не замечает или вовсе игнорирует. В целом, делать какие-либо выводы по новой схеме еще рано, говорят эксперты. Нужно подождать хотя бы месяц, пока все привыкнут. Тогда и будет ясно, работает или нет. Сергей Сеславин, Денис Тимошенко, Енисей. Новости. И сейчас на Шахтеров работает наша съемочная группа. Анастасия Тиль следит за тем, как меняется ситуация с пробками. Настя, добрый вечер. Что сейчас происходит в этой части города? Быть может, уже есть какие-то предварительные выводы у экспертов? Добрый вечер, Марина. Ну что, машины едут совершенно свободно. И, кстати, хочу сказать, что мы наблюдаем за движением на Шахтеров последние 2 часа. Несмотря на то, что некоторые онлайн-сервисы показывали вот эту улицу и прилегающие к ней участки дороги таким сочным красным цветом, по большому счету пробки не было. Действительно, движение было плотным, но, на мой взгляд, только лишь потому, что собирались машины на светофорах. И вот мы сейчас стоим на перекрестке Шахтеров с Березиной. Это один из тех участков, где изменения внесены. И вот, на мой взгляд, да, и я думаю, в этом вы тоже сейчас убедитесь, никакого коллапса здесь не происходит, несмотря на все ожидания. Здесь практически точно так же, как и в пятницу вечером, движение довольно-таки идет легко. Ну, может быть, это только сегодня так, но дальше будет видно. Но что самое главное стоит отметить, так это многие водители не обращают внимания на знаки все-таки. А здесь, я напомню, нельзя с Шахтеров повернуть на Березина, можно только выехать оттуда. Там движение теперь одностороннее. Вот как раз с самого утра дорожные полицейские здесь дежурят, как раз для того, чтобы и направлять водителей, напоминать об изменениях. Но и если в воскресенье сегодня дорожные полицейские пока только предупреждают водителей о том, что они нарушили правила, то с завтрашнего дня уже всем автовладельцам, которые, не обращая внимания на знак, постараются повернуть на Березина, будут штрафовать. Ну вот пока, конечно, только второй день действует измененная схема, рабочий день только первый. Не все водители действительно еще привыкли, но и мнение о том, к лучшему это эти изменения или нет, разделились. Вот что люди нам говорили сегодня вечером. Нам очень неудобно. Мы выезжаем со двора на общежитие, пропускаем целый поток всех, кто едет со Спандаряна. В эту сторону как-то светофор еще более-менее, в обратную сторону светофор горит очень мало времени. Я спускаюсь с работы, с Березина оттуда, с Чернышевского. На поворот проезжает буквально 2-3 машины, и все. И мы опять стоим минуты 3, ждем светофор очередной. Я что-то утром и вечером езжу. Вроде комфортно, удобно. По крайней мере, Березина-то не стоит. Так что привыкнем, я думаю, будет все хорошо. Все, что не делается, делается к лучшему. Непонятно пока еще. Там зато забито все. Там не заехать, на взлетке. Ну, кстати, дорожные полицейские сегодня днем подвели первые итоги, вот первой половины дня движения на дороге, где изменилась схема движения. Ничего сверхординарного не произошло, никаких задоров и пробок не было. И, кстати, это же подтверждает и ВУДИП. И вообще говорят, что даже утром гораздо быстрее и взлетка, и Покровка, и Северная уже нормализовалось движение, и там все пришло в норму. Но по новой схеме нам предстоит ездить теперь всегда. Я все-таки еще раз хочу напомнить автовладельцам Красноярска следить внимательно за знаками на Шахтеров, следить за поворотами, иначе вы будете оштрафованы. Ну вот у меня все на сейчас, Марина.
Анастасия, спасибо. И напомню, это была наш корреспондент Анастасия Тиль с последними данными о ситуации на улице Шахтеров. А мы продолжаем выпуск. Не справилась с управлением. В центре Красноярска иномарка влетела прямо в стену жилого дома. Произошло это поздно вечером. Малолитражка уходила от столкновения с «Хондой». Та выезжала со стороны Брянска и пыталась повернуть на «Мира», правда, под запрещающий знак. В результате Nissan March свернул на тротуар и врезался в здание на углу, первый этаж которого занимает кафе. В доме разбита облицовка и оконные рамы. Машина тоже повреждена. Хорошо, что обошлось без пострадавших. На Таймыр надвигается метель. Жителям нужно быть готовыми не только к 35-градусным морозам, но и к порывам ветра до 27 метров в секунду. Ближайшие пару дней холодно, пусть не так сильно, как на севере. Будет и в Красноярске, и в центральных районах. В ночь на вторник воздух останет до минус 25, днем около 17, ниже 0. Однако со среды градус начнет понемногу повышаться и пойдет снег. В четверг около 10 мороза, выходные столбики термометров приблизятся к нулевой отметке. Это, естественно, аномалия. Средняя температура составляет на 6 градусов выше климатической нормы. С этим циклоном придет интенсивные осадки. В середину недели сперва осадки будут идти местами, а к концу недели уже осадки пройдут повсеместно и уже более интенсивные. А в Лесосибирске из-за гололедицы десятки фур встали колом. На выезде из города грузовики просто не смогли преодолеть крутой подъем. Машины буксовали и сворачивали с дороги, а местные говорят, что такое там происходит регулярно. Подробности в сюжете далее. На Бурмашке жесть. Одно ДТП, и фура сложилась, вот пробка образовалась. Больше десятка фур стоят как вкопанные. Огромную пробку у Бурмакиной горы снял на видео один из попавших в ловушку водителей. Подняться наверх груженные фуры, лесовозы и тралы просто не могут. После сильнейшего снегопада трасса стала скользкой, а возвышенность неприступной. В итоге и сам автор ролика был вынужден свернуть на обочину. Александр Бойцов, водитель со стажем, говорит, такое в этом месте случается регулярно. Грузовики встают в пробку даже в хорошую погоду, а если дорога засыпана снегом, шансов подняться практически нет. Как гололед, так пробки. Потому что, потом туда еду, а назад уже вот сейчас гляжу, посыпано, видите как, уже сразу хорошо, без трудностей в горку поднялся. Так что дорожникам привет, пусть посыпают почаще. Гора – часть дороги Лесосибирск-Красноярск. По сути, единственный выезд из города в сторону краевого центра. Миновать его просто не получится. Автомобилисты уверены, будь этот участок спроектирован по-другому, проблем удалось бы избежать. Перед возвышенностью крутой поворот и мост. Машинам приходится притормаживать. И чтобы потом подняться, элементарно не хватает скорости. А у нас в стране структура дорог такая. Гора, спуск, мост, поворот. Везде. Дорожники говорят, все, что необходимо на трассе, выполняют в полном объеме. Правда, в период непогоды эти меры не всегда бывают эффективны. Чистка производится, подсыпка производится. Надо понимать, что в снегопад то, что мы подсыпали, через 5 минут уже замело, и этого не видно. Поэтому надо с пониманием относиться и расценивать свои силы. Впрочем, говорят дорожники, помочь себе в ситуации форс-мажора водители смогут и сами. Если дорога скользкая и автомобиль не может подняться в гору, можно воспользоваться вот такой вот подсыпкой. Здесь установлен специальный ящик с песком. И, судя по всему, это средство пользуется здесь большой популярностью. По прогнозу синоптиков, следующий снегопад в Лесосибирске возможен уже в эту пятницу. Вероятность новых заторов почти 100%. Водителей просят учитывать эту информацию и по возможности не пользоваться скользкой и опасной дорогой. Андрей Давыдов, Динар Салимов, Енисей, новости. Важный отчет. Главы районов рассказали о развитии на местах нацпроектов. Об этом далее. Источник нашей силы. Земля, которую мы любим. Необъятная территория. Опорный регион России. У нас кладезь богатств. Мощная экономика. Наши производства востребованы во всем мире. Это наш край. Красноярскому краю 85 лет.
В магазине «Айхал» большой выбор унтов из камуса оленя. Фабричное производство, высокое качество. Унты «Айхал». Пусть зима будет комфортной. ТК «Квант», первый этаж. Беспокоит аллергия? Точная диагностика аллергии у взрослых и детей. Клиника Тесленко. Выбирайте профессионала. Телефон 261-44-55. Матросова 18 и Авиаторов 5. Новая коллекция зимних курток и пуховиков уже в продаже. Цены оптовые, без переплат. Московская ярмарка верхней одежды. Матросова 18, магазин «Ермак» и ТЦ «Авиатор» на Авиаторов 5. Отдых, который зарядит энергией и подарит здоровье. Курорт «Озеро Карачи» – это экологически чистая зона. Воздух, насыщенный ионами солей, минеральная вода и лечебная грязь. Горячие акции и скидки, которые делают отдых доступнее. Товарищ, слушай и запоминай. Мебель, доступную каждому, на Калинина 43 покупай. Весь ассортимент не перечесть. Цена минимальна, а это нужно учесть. Все купи на Калинина 43. Благополучие, забота, полезность. Эти тезисы стали основными на 19-м съезде партии «Единая Россия». Участие в нем приняли больше 600 человек со всей страны. Какие задачи были поставлены, об этом в сюжете далее. Суть не в том, чтобы править, а чтобы служить. Речь Владимира Путина на 19-м съезде «Единой России» уже разлетелась на цитаты. Главное, к чему призвал представители партии президент, не ждать прямой линии, а уже сейчас, подробно и в деталях, изучать все проблемы на местах. И самое важное, незамедлительно их решать. Старайтесь самыми своими силами решать эти вопросы. Добиваться справедливости. Но вот вы же видите сами, знаете. То больничку покажут развалившуюся, то еще что-то такое, то школа, где дети чуть ли не в пятую смену ходят. Но на местах-то это так, вы должны это видеть, все, если чиновники не видят. Терзать их, трясти, добиваться решения. Благополучие, забота, полезность – ключевые тезисы этой рабочей встречи. Здесь больше 600 человек со всей страны, включая большую делегацию из Красноярского края. Участие в съезде принял и губернатор Александр Ус. Все вместе и на конкретных примерах разбирали, как сделать работу партии живой и полезной. Например, отменить налоги от разного рода социальных выплат. То, с чем мы столкнулись, кстати, при оказании помощи людям, пострадавшим от пожаров и наводнений, когда они потом возникает необходимость уплатить подоходный налог. Вот такая инициатива прозвучала на наших партийных площадках. Думаю, она будет поддержана. И, конечно, обменивались опытом реализации уже существующих проектов. Это и национальные, и партийные программы. Ведь главная оценка успешной работы – реальные изменения жизни людей даже в самых отдаленных уголках страны и во всех сферах жизни. На мой взгляд, то количество людей, которые сегодня присутствуют на съезде «Единой России», это громадное количество. Если это громадное количество действительно будет осознавать и понимать те задачи, которые поставлены сегодня и президентом Российской Федерации, и лидером нашей партии, то, конечно, люди, безусловно, увидят то полезное, то положительное в действиях каждого члена и в целом партии. И еще одна задача, о которой говорили на съезде – создавать ориентиры развития каждого региона в отдельности. Это, отмечают партийцы, важно для прогресса всей страны. Анастасия Тири, Денис Тимошенко, Енисей, новости. Александр Ус в ходе рабочего визита в Москву встретился с зампредом правительства России Максимом Акимовым. Они обсудили возможность дополнительного финансирования транспортной инфраструктуры края. Речь шла о возобновлении реконструкции автобанов Канск, Абан, Богучаны и Богучаны-Кодинск. На это необходимо больше 15 миллиардов рублей. Серьезно выросла загруженность части центральных улиц Красноярска. Обновление требует развязка на Предмостной площади, а также проезжая часть на Сверловской. Приблизительная стоимость этих работ превышает 5 миллиардов рублей. Александр Ус также рассказал о завершении строительства магистральной рулежной дорожки в аэропорту. Дополнительные деньги на это могут быть включены в федеральный проект на следующий год. По итогам встречи решено, что взаимодействие федерального и краевого правительства в этом направлении будет продолжено. А уже сегодня главы районов доложили губернатору, как на местах реализуются национальные проекты, эти программы на личном контроле Александра Уса. Где они пробуксовывают, а где уже получили первые результаты, подробности в сюжете. Развитие нацпроектов в крае под личным контролем губернатора. О том, как реализуются программы, главы районов докладывают лично на селекторном совещании. Обсуждали такие важные направления, как демография, образование, культура и жилье и городская среда. По словам Александра Уса, здесь есть еще над чем работать.
Есть определенные сложности в реализации национальных проектов по этим направлениям. Они наиболее важны, поэтому сегодня именно на них мы обратили внимание. Сложности носят объективный характер, но часть из них, этих сложностей, к сожалению, имеет фамилию, имя, отчество. Из федерального и краевого бюджетов для выполнения всех планов выделили больше 20 миллиардов рублей. На эти деньги строят библиотеки. По новому проекту появилась одна в Ачинске. А в Дивногорске недавно открыли набережную. В Красноярске же вводят в строй школы и детские сады. До конца года обещают сдать сразу 4 учреждения. Объекты и на моем личном контроле, и на аппаратном. Я вот там провожу штабы. Заместитель Животов и руководитель департамента. УКС у нас постоянно там уже с пропиской заместитель находится. Поэтому, Александр Ильич, здесь штурмуем всю степень ответственности, понимаем. Активная работа идет и в районах, например, в Минусинске. Там уже есть новенькая площадка для сдачи ГТО. Но этим, конечно же, все не ограничивается. По национальному проекту «Жилье и городская среда» для двух сельсоветов, Городокский и Тесинский, выделены средства на комфортное обустройство придомовых территорий. По модернизации здравоохранения в селе Прихолмье у нас построен новый модульный ФАП. В конце совещания Александр Ус еще раз подчеркнул, выполнение нацпроектов – это не формальная отчетность. Ключевая задача – реальное повышение качества жизни людей. Сергей Сеславин, Максим Галат, Енисей. Новости. Отдельно глава региона остановился на ситуации в Канске, где случились перебои с углем на одной из городских ТЭЦ. В результате в морозы батареи остыли в 130 домах, школе, детском саду и в больнице. Губернатор раскритиковал работу местных властей, которые допустили такое. По мнению Александра Уса, бездействие руководства района едва не привело к более серьезным последствиям. Абсолютно недопустимо, когда руководство района с олимпийским спокойствием наблюдает за ситуацией, когда на котельные запасы топлива уже стремятся, что называется, к нулю. Эти вещи абсолютно недопустимы. Коллеги, я хочу обратиться к вам с настоятельной просьбой. Вот такое олимпийское спокойствие будет ввести, к сожалению, к постановке вопроса о соответствии глав муниципальных образований своей должности. Как начать свое дело или продвинуть уже готовое, в том числе и в социальных сетях. Рассказать об этом на форум для предпринимателей «Мой бизнес» приехали ведущие мировые эксперты. Проходит мероприятие в рамках федерального проекта «Популяризация предпринимательства». Подробности в сюжете далее. Допустим, у вас салон красоты. Вы приглашаете к себе какого-то человека, например, блогера, либо просто вот обычный человек с обычной аудиторией. Развивать свой бизнес в соцсетях учит СММ-эксперт мирового класса Инди Гагохи. Девушка в свои 28 продвигает мировые бренды, ведет социальные сети правительства Москвы и олигархов из списка Forbes. Моя задача – осведомить наших участников форума о том, какие есть инструменты, какие есть тренды в современном мире. И приходя на этот форум, каждый участник имеет возможность бесплатно соприкоснуться со всей этой информацией. Бизнес-форум в Красноярске собрал больше 2000 предпринимателей. Для миллионника это солидное число, признаются организаторы. Всего за один день на площадке выступят больше 15 экспертов. Послушать можно будет и генерального директора популярного музыкального лейбла, и автора бестселлера о правильном питании. В росте малого и среднего бизнеса мы знаем, что у нас существует проблема в росте именно этого сегмента. В том числе существует она и в Сибири, и в Красноярском крае. Если специально не стимулировать, если не привозить сюда компетенции, если не давать доступа к ресурсам, если не давать доступа на рынке, то само по себе это, конечно, будет делаться. Оно будет делаться долго, будет делаться трудно. Это нас совершенно не устраивает. Форум «Мой бизнес» проводят по всей стране. До конца года мероприятие пройдет почти в 30 регионах. Мы ждем большой интерес, отклик. И в свою очередь тоже готовимся, чтобы дальше поддержать эту инициативу, этот градус, да, интереса к занятию предпринимательской деятельности. В середине декабря в Красноярске откроют первый федеральный центр поддержки малого и среднего бизнеса. Предпринимателям обещают займы по льготным ставкам, гарантии для банков и юридическое сопровождение. Эксперты говорят, полезно будет и опытным бизнесменам, и тем, кто только мечтает о своем деле. Елена Сенкевич, Алексей Гусев, Енисей. Новости. Открытки из кедра, избушки из янтаря. О сувенирах из таежной глубинки расскажем далее в выпуске.
«Медведь Бизнес Авто» предлагает выгодные условия приобретения и широкий выбор автомобилей «Тойота» в наличии из ПТС, а также специальные финансовые программы от АО «Тойота Банк». Покупайте и обслуживайте автомобиль в «Медведь Бизнес Авто». Товарищ, слушай и запоминай. Мебель, доступную каждому, на Калинина 43 покупай. Весь ассортимент не перечесть. Цена минимальна, а это нужно учесть. Все купи на Калинина 43. Матросова 18 и Авиаторов 5. Новая коллекция зимних курток и пуховиков уже в продаже. Цены оптовые, без переплат. Московская ярмарка верхней одежды. Матросова 18, магазин Ермак и ТЦ Авиатор на Авиаторов 5. У меня киста, узел щитовидной железы. Что делать? Альфа-клиник. 202-98-01. Многодетных мам с прошедшим праздником поздравили краевые депутаты. Теплая и душевная встреча прошла в зале Успенского монастыря. Там собрались 10 семей, в самой большой из них 11 детей. За воспитание подрастающего поколения и вклад в развитие семейных ценностей всем матерям вручили благодарственные письма и символические подарки. А за праздничным обедом родители поделились секретами своего семейного счастья и поблагодарили за теплый прием. Я думала, мы приедем, ну, нам вручат грамоты, а тут именно почувствовала свою значимость, и действительно свою значимость как матери, как женщине. И мне было очень приятно, что администрация выразила мне так свою благодарность. Этот праздник, день мамы, день матери, это, конечно, день, когда действительно нужно и своей собственной маме сказать спасибо, и сказать спасибо всем мамам, благодаря которым этот мир делается добрее, теплее, в нем больше любви. И понятно, что много ребятишек, это, безусловно, очень важно, это будущее страны. Но вот именно мама, это тот человек, от которого зависит и благополучие в конкретной семье, и благополучие в конкретной стране. Открытки из кедра и сказочные дома из настоящего янтаря. Целое производство сувениров появилось в таежной деревне на юге края. Авторские подарки – дело семейное, но знают их и ценят не только в регионе, но и в России, и даже в Европе. Ольга Максюшина наблюдала за процессом. В умелых руках дерево превращается в необыкновенные по красоте открытки с тонким и изящным рисунком. Ирина Якимцова, словно ювелир, выпиливает на кедровых дощечках прорисованный заранее узор. Вот так вручную лобзиком, говорит мастерица, авторские подарки они делают единственные в России. И спрос только растет. Дарим, потому что, в общем-то, такой подарок, который он на долгую память. Мне ничего не сделается, и вот так стоит. И потом вы даже сейчас идете, а мы видели ваши открыточки, так вот там-то мы видели. Ну и получается, что они действительно такие надолго запоминаются. Материал заготавливают сами. Говорят, ни одно живое дерево не пострадало для подарков. Используют, так сказать, уснувший на корню кедр. Да, это ломили, пилили на пилораме именно сантиметровую, потом обрабатывали. Все, что получается, потом на станках пиль. В открытках хотим делать свою бумагу. И она несложно делается. Просто руки пока еще не дошли. Используем то, что есть. В процессе участвует и 4-летний сын Никита. У юного мастера свои важные задачи. Сделать открытки гладкими и придать им определенный шарм. Шлиф машинкой. Шлифую открытку. Кроме кедровых открыток, к Новому году таежные мастера делают и интерьерные вещицы. Сказочные домики из деревянных пазлов. Окна этих волшебных чудостроений выполнены из настоящего янтаря. Камни собирали на побережье Балтийского моря. Супруги говорят, эти авторские изделия уже известны в Европе. До новогодних праздников планируют сделать не одну сотню подарков. Уверены, ручная работа никогда не выйдет из моды. Ольга Максюшина, Алексей Фролов, Енисей. Новости. От шансона до классики «Таксист» играет в аэропорту Красноярск на том самом белом рояле, который появился в главном терминале пару месяцев назад. Видео одного из выступлений в соцсети опубликовала представитель воздушной гавани. Как выяснилось, мужчина-самоучка. Так виртуозно перебирает ноты, он научился по видеоурокам. А сейчас просто оттачивает свое мастерство и заодно поднимает настроение пассажирам, исполняя один популярный шлягер за другим.
И это все сообщения к этому часу. Всего вам самого доброго и до встречи.